Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 63-ю серию 4-го сезона сериала «Великолепная пятерка» на YouTube-канале 5-й канал России вы сможете в четверг, 24 февраля. И называется она «Отец». В ней вы узнаете о том, как застрелен бывший уголовник, а ныне владелец автомастерской Виталий Демин. Картина убийства говорит о том, что в Демина стрелял дилетант. Подозрение падает на многодетного отца, автослесаря Антипова, с которым у покойного был нешуточный конфликт. Подозрения еще больше укрепляются, когда оперативникам удается задержать Антипова прямо во время вооруженного ограбления микрофинансовой организации. В главных ролях в данном сериале сыграли Павел Григорьев, Андрей Горбачев, Алексей Красноцветов, Надар Джанелидзе, Константин Гришанов и многие другие актеры.